Курица или яйцо? Мое сердце курица, высиживающая любовные яйца. Они такие нежно-перламутровые, из слоев тумана и ароматов цветов и сладостей. Иногда с нотками горькой полыни, бледно-розовые, желтые, голубые, зеленые, плотно скрученные живыми галактиками, размещаются там, в космосе моего сердца. Очень редко, раз в галактический год, из одного из яиц вылупляется она, гибкая и сияющая, танцующая танго и степ, именующая себя любовью, и уходит из моего сердца к другому, чтобы снести свое яйцо там, в другости его сердца, оставляя за собой шафранно-шелковый шлейф печали, но и ненависти к другому, который, считая себя самодостаточным, не желает признавать себя влюбленным, лишенным целостности и завершенности, но милостиво принимает прибывшую к нему и разрешает ей спрятаться у него в сердце и даже заботливо укрывает ее от посторонних взоров, забывая, однако, что в назначенное время она тоже снесет яйцо. Курица или яйцо?